Привет, Кость. Привет, ребят. Рад вас видеть в очередной раз на нашем полигоне в Купавне. Сегодня у нас второй этап чемпионата танковой братства. Это командный чемпионат. Чемпионат команд по танковому многоборью. И сегодня происходит соревнование под названием командная эстафета. Стартует команда. То есть предыдущий танк передает эстафету следующему танку. Но это еще не все. Для того, чтобы танк не застрял, чтобы с ним ничего не случилось, в определенном месте будет стоять БРЭМ. Вот на этом пригорочке. И если что-то произойдет с танком, и задача механика БРЭМа именно по кратчайшему расстоянию добраться до танка и высвободить его. То есть БРЭМ, если какие-то проблемы у танка возникают, ему будет помогать БРЭМ. Так что, ребят, не знаю, что получится. Мы в прошлом году тестировали, да, было интересно. Что получится сейчас, тоже давайте смотреть, наверное, будет интересно. Yeah.
попробуй его завести еще раз, потому что он тебя может блокировать из-за того, что перегрузка пошла. Все. Все? Все. Брем дальше выполняет тогда. Так, тут стоит правильно. Мелочь, тут правильно. Thank you.
Another. А, гусля слетела. Барам-барам-барам, тарам-барам-барам, тарам-барам-барам.